Вот моя леска, которая закручивается, невозможно ничего с ней плести. И хочу проверить лайфхак с плойкой, вот с этой выпрямлялкой для волос. Сейчас я ее включу и вернусь к вам. Ну вот, я ее включаю. И здесь у меня 140 градусов Цельсия, не Фаренгейты. И опущу на минимум. Так, у меня минимум опускается на 80. Пока горит красная, значит, еще не нагрелась. Сейчас попробуем. Ну, надеюсь, леска не расплавится, иначе мне придется чистить плойку. И ждем. Ну, вот она нагрелась. Ну, не совсем горячая, но такая. И сейчас пробую. Так, вот, возьму. И попробую. Так, не липнет вроде бы. Так, ну, что могу сказать? Так, может быть, наверное, чуть-чуть увеличу. 85. Сейчас посмотрим. Еще раз беру. Зажимаю. И вытягиваю. Возможно, это работает как волосы. Посмотрим. Так, ну, что могу сказать? Выпрямилась, но не так, не совсем ровно. Сейчас попробуем еще раз все это схватить дело и вытянуть. Так. Поставила 85 градусов. Не плавится, но и что-то выпрямляется. И посмотрите, это работает. Так что я сейчас примусь за работу, все это выпрямлю. Лайфхак рабочий. Если кому пригодится, буду рада.